по описи идет. Так, давайте проверим на флешке, чтобы там не говорили, чтобы это как вот. Да. Уведомление, протокол сведения. И... Сейчас. Да, на флешке согласно описи. Сейчас подождите. Название партии. Да, название, вот, в смысле, как. Да. Давай, сейчас. Пока на доме. Документы все в порядке? Да. Документы. Ты второй экземпляр не отдавай, один. Да. А теперь смотрите, вот, ну, флешечку оставляем, да? Можете проверить. Вот они открылись, все приложения, вот, протоколы, все как в этом, по списочку. Да. Сейчас это... Сендер, алганда документы, входящий номер, вернись на дармон. Порядки очереди, тракеледы документы. Сейчас должны нам... Сейчас уведомление, то, что вы приняли, так, да. Необходимо по закону. Вы же канцелярия? Смотрите. Да. Вот открываем приложение 14. То, что входящий номер. Согласно закону в электронном варианте. Угу. Потом приложение 13, это вот список. Так, это полностью вот, который мы распечатали. Mm-hmm. Так. И так, приложение 13. Это вот уведомление, хотя оно в электронном варианте по законодательству не требуется. И вот протокол тоже он как, в электронном варианте не требуется, но мы его на всякий случай приложили. Mm-hmm. Подписанные варианты в виде отсканированных нужны? Нет. Потому что здесь живая подпись есть. Так. И флешечку тогда извлекаем. По законодательству сколько времени вы... В порядке очереди в течение 2 часов регистрируется входящая корреспонденция. После тіркеуінен заң қызметінің өстіру департаментіне түседі құжаттарымыз. Ол департамент қарайды. Және қазір осындай документтерді министрлік қарайды. Сол қанша уақыттың ішінде қарайды? Сағат 2 сағаттың ішінде сендер тіркейсіңдер. Біз тіркейді, бүгін жауап шығады сіздерге. Бүгін шығады, болды. Номера телефона. 4 мая 2022 года. Вот, оргкомитет оппозиционной партии «Алга Казахстан» сдал документы в Министерство юстиции. Вот, в течение 2 часов должны дать уведомление, что они приняли наше уведомление. Вот, сказали, в течение 2 часов свяжутся.